Новые предприятия, новые рабочие места. Совсем скоро в Тюменской области в ближайшем будущем запустят более 20 проектов. И вот только некоторые из них – логистический комплекс для интернет-магазинов, производство мороженого, переработка древесины. В ближайшее будущее заглянула Ирина Шипилова. За исключением оборудования, здесь все тюменское. Работники, прописка, по которой платят налоги, сырье для производства и высококачественная продукция. Малый бизнес выпускает упаковку. За год работы ее уже оценили покупатели из Кургана, Омска, Югры и Ямала. Со своими же тюменскими партнерами переговоры пока идут со скрипом. По цене и по качеству мы не уступаем производителям с других регионов. Но есть предпочтение. Мы на данный момент еще не можем весь ассортимент местных производителей удовлетворить. Это одна из причин. А вторая, ну, люди не хотят порой налаженные связи, там, партнерские взаимоотношения нарушать. Первая причина уже исчезнет с появлением нового завода. Весной начнется строительство на площадке индустриального парка «Боровский». Туда это предприятие переедет из арендуемого сегодня в индустриальном парке ДСК-500 помещения. Производственная мощность увеличится в 5 раз, может, и вторая проблема разрешится. По всей России, думаю, нет, а половину России мы обязаны обеспечить. А территорию в конце улицы Камчатской ждут большие перемены. 130 тысяч квадратных метров производственной площадки ДСК-500 будут реконструированы. Здесь планируют построить логистический терминал для интернет-магазинов и электронной коммерции. Работы начнутся уже в этом году. В 2019 терминал планируют запустить. В этом году в нашем регионе начнется строительство сразу нескольких объектов. Это новый завод компании «Фармасинтез», производство для ремонта магистральных нефтепроводов «Транснефть». Планируется открытие более 20 предприятий по переработке дикоросов, сельхозпродукции и древесины, производству мороженого. Надеемся, что в 2018 году все будет хорошо и завершится реализация третьего этапа проекта по строительству Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Уже появится тюменский бензин. 92-95 Евро-5. И такой долгожданный для жителей региона водно-термальный комплекс. Аквапарк инвесторы планируют открыть в первом полугодии. Ирина Шипилова, Владимир Кондратьев, Тюменское время.